Новость о загадочной смерти казахстанского дипломата на праздниках быстро облетела Казнет. Журналисты выяснили, что 40-летний Еламан Жылдасов, входящий в дипломатический корпус в Каире, был найден мертвым 13 декабря. Родные погибшего сообщили, что тело Жылдасова было в крови, а руки связаны. Однако эта информация не нашла своего подтверждения. Распространенная информация о том, что когда его обнаружили, его шея была обмотана бельевой веревкой, перекинутой через перила лестницы. При первичном осмотре ссадин, синяков, повреждений на теле не было, а руки и ноги не были связаны. Это подтверждается фото и видеоматериалами с места происшествия. В МИДе сообщили, что расследованием смерти дипломата занимаются египетские правоохранительные органы. Предварительная версия произошедшего – суицид. Однако родственники погибшего мужчины отказались верить в это. «Мой брат не мог совершить самоубийство. Он верующий человек, образованный. Мы хотим, чтобы Министерство иностранных дел нашей страны и Египта вынесли справедливое решение». Еламан Жылдасов в Каире занимал должность советника посла Казахстана в Египте по культуре. Как рассказали родные погибшего дипломата, мужчина жил в Египте последние 15 лет. У него семья, двое детей и супруга беременна третьим. Родные дипломата обратились к президенту Касым-Жомарту Токаеву с просьбой взять следствие под личный контроль.